Андрея Крицкого «Критический канон». Стою и падаю, помилуй меня, Боже. И уплываю на обломках в непотребный сон, а в покаянии мой дух совсем не вхожий. Ударюсь в пол, усиленно таращиваясь на тусклый свет щадящего огарка, и в позвоночнике мой сос ломает хрящик. Лед не растопится в нас без молитвы жаркой. К событиям любым библейским сунусь, мозг с сердцем и душой следить не успевает. И разве это каждому не есть огромный минус, а то, что был, молился ли, сужу себя сознанием. Не поп стоящий, не архиерей сидящий, о состоянии молящихся не думают века. Репертуар один и тот же тысячелетия тащит, а результат какой? Не надо и смекать. На 7 недель покрыта чернотой, и темные фигуры в дыму и в клобуках, а Библия не вхожа, с йотой, с запятой, народу тьма и тьмущая давила на бока. Христос вовеки жив, как и вчера, а разве он сегодня омертвелый? И наше отношение с Христом пора сверять, что из библейского по храмам уцелело. И не колодцы в храмах, только лужи, не за водой идут подруги-самарянки. И не по 5 мужей у вдовых много хуже, но по концовке дел дела свои сверяем. Бежала, удалялась в город свой сихарь, уже без водоноса, с временной улагой. Она повестила, что здесь мессия, царь, руками всплескивала, продолжая плакать. Та речь Иисуса много им открыла, где кланяться, кто истинный поклонник. Вот день сегодняшний, рев зев тупое рыло. Куражатся попы, народ к причастию ломит. 2 апреля 2009 года.